Всем привет! Сегодня мы с вами познакомимся поближе с нашей новинкой. Эта пряжа пришла в нашей последней поставке и произвела просто невероятное первое впечатление, фурор на наших подписчиков, наших покупателей. Это Infinity Tweed. Эту пряжу производитель презентовал 5 января. Это новая пряжа в линейке Infinity. И сразу в первый же день презентации мы эту пряжу заказали и вот буквально на днях получили ее в наш ассортимент. Сразу же показали и сразу же в первый вечер начали развозить заказы, потому что спрос на нее был, конечно, очень-очень большой. И это вполне понятно, потому что пряжа невозможно красивая. И мне кажется, даже через экран видно, насколько она мягкая, насколько она волшебная. Итак, Infinity Tweed. Это вот такие крупные, объемные моточки, достаточно большие для 50 грамм, да, очень такие весомые моточки, с трудом помещающиеся в ладонь. В составе данной пряжи 40% бэби альпака, 8% мериносовая шерсть, 32% вискоза и 20% полиамид. Что представляет из себя ниточка? Сама нить скручена из нитей разных цветов. Сейчас покажу на более контрастном цвете, чтобы было лучше видно. Вот. То есть сама нить не однотонная. В ней соединены несколько цветных ниточек. На эту нить нанизан альпаковый пух и вот такие вискозные цветные вкрапления твидовые. Ниточка достаточно толстенькая, ну, средней толщины, ее нельзя назвать толстой, и тонкой ее тоже не назовешь. Метраж здесь 50 грамм, 150 метров. Производитель рекомендует использовать спицы 5 и заявляет плотность 16 петель на 10 сантиметров. Я вязала образец спицами 5, но спицами я вяжу достаточно плотно. У меня вот в этом образце ровно 10 сантиметров и 18 петель. Образец после ВТО выглядит таким образом. Петельки такие достаточно неровные, но в этой пряже и невозможно, наверное, достичь идеально ровной глади, ровных петель, потому что она сама по себе вот такая неравномерная, где-то пуха побольше, где-то поменьше, поэтому и петельки получаются какие-то более объемные, какие-то менее. Образец связан из вот такого нежно-розового цвета, номер 5002. Такая нежная ниточка, белая, с розовым скручены два цвета. И вкрапления здесь вот такие, цвета фуксии в основном. И попадаются еще такие менее заметные, коричневые. Очень красивое сочетание. Конечно, в глаза бросаются в первую очередь именно вот эти крапинки цвета фуксии. Но и коричневые тоже заметны. Очень нежное сочетание для тех, кто не хочет какого-то яркого, контрастного варианта. Да? Вот такой вот нежненький вариант. Очень приятный глазу. Такая вот красота. Давайте посмотрим цвета, которые есть у нас в наличии. Остались уже не все из тех, которые мы привезли. Мы привезли 14 оттенков. Всего в палитре 21 цвет. Мы обязательно палитру пополним. Хотелось бы заполучить все оттеночки из палитры, да, потому что они волшебные. Каждый оттенок прекрасен. Итак, помимо вот этой пудры, у нас в палитре присутствует
Вот такой светло-серый цвет, номер 1032. Цветная нить. Такой вот седой пушок. И цветные вкрапления. Желтые, красные, коричневые, какие-то зеленоватые. Дальше. Номер 1053. Темно-серый. Тоже цветная нить. Цвета в ниточке гармонично сочетаются с крапинками. То есть повторяются цвета в самой нити и вот в этих вискозных вкраплениях. Далее. Номер 2035. Охра. Здесь красные оттенки, розовые вкрапления. Коричневые, какие-то темные, почти черные, белые даже попадаются. Дальше. 2650 бежевый. Тоже такие осенние цвета вкраплений в моточке. В основном желтые и красные. Коричневый цвет. Номер 2652. Цвет с романтичным названием «Осень». Вот это тот вариант, где вкрапления не так бросаются в глаза. Здесь создается эффект такой серебристой нити. Да? Ниточка скручена из белого и вот такого тоже багрового оттенка, и вот этот белый просвечивает сквозь пух, и создается как будто такая посеребренная нить. Ну и вкрапления, конечно, тоже присутствуют. Белые, цвет фуксии. Номер оттенка 3062. Пудра 3522. Вот здесь вкрапления видны очень сильно, они очень выделяются на фоне пуха, да, на фоне основного цвета пряжи, и получается такой нарядный вариант. Сиреневый 4631. Он, как и пудровый цвет, содержит в себе вот такие фуксиевые вкрапления, если можно их так назвать, и немножечко коричневых. Так, пудру показала. Посмотрим вот этот яркий оттенок. Посмотрите, какой красавчик. Фиолетовый, 5229. И здесь тоже достаточно контрастные, очень яркие вкрапления, красные и желтые. И еще два оттенка. Это серо-голубой. Номер 6070. И темно-синий. При менее ярком освещении смотрится почти черным. Очень темный, насыщенный. Такая ночь. Темная ночь. 60-81. Что вязать из такой пряжи? На самом деле вязать из нее можно все что угодно. Единственное, не нужно эту пряжу вязать слишком плотно, чтобы
пуху, было куда раскрываться, чтобы пряжа была эластичная, дышала, двигалась, да, и создавала вот такой вот летящий воздушный эффект. Потрясающие плечевые изделия будут из нее, конечно. Джемпера, пуловеры, свитера с горлом. В общем, какие-то жилеты, да, очень красивые будут жилеты. Аксессуары, такие как бактусы, шарфы всевозможные, палантины, да, что-то такое уютное, во что можно завернуться, укутаться. Пряжа очень теплая за счет содержания альпаки и мериносовой шерсти, поэтому можно вязать на зиму, на холодную демисезонную погоду. Потрясающие кардиганы будут из этой пряжи. Можно вязать и шапочки, либо в несколько сложений, либо подматывать к какой-то пряже компаньону. Например, вот эту пудру можно подмешать к какому-то пудровому мериносу, да, и будет тоже очень красиво смотреться. Можно вязать платье, можно вязать деткам также свитера, какие-то кардиганчики, потому что пряжа очень мягкая, очень нежная, абсолютно не колючая, просто потрясающая на ощупь, замечательная. Самый популярный вопрос: сколько нужно пряжи на то или иное изделие? Поскольку пряжа новая, да, это абсолютная новинка 21 года, января. Мало изделий еще из нее связано, да, если вообще есть связанные изделия. Очень сложно сказать точно по расходу, поэтому либо мы с вами ориентируемся на ваш рабочий метраж, то есть все равно вы уже вязали какое-то количество изделий, примерно знаете, сколько метров пряжи уходит на то или иное изделие, да? Делаем, конечно, поправку на используемые спицы, на модель. Либо я предлагаю ориентироваться на пряжу Air. Думаю, что расход будет примерно одинаковый. Но это мое такое предположение, потому что метраж и рекомендуемые спицы у данных пряж одинаковые, и размеры моточков примерно идентичны, поэтому мне кажется, что расход будет плюс-минус примерно одинаковый. Если вы вязали из Air, то ориентируйтесь на нее. Вот. Мы в эту пряжу влюблены. Большинство из вас тоже влюблены в эту пряжу, да? Во всяком случае, равнодушных людей мы не встретили, те, кому совсем было бы все равно. Очень много положительных откликов получили после поставки, да, после пришедших моточков. Сами, конечно, были в восторге, и от вас до сих пор по сей день получаем кучу-кучу отзывов. Желаю вам всем приятных покупок, приятного вязания. Пробуйте обязательно, не бойтесь пробовать новую пряжу, вот им ничего страшного нет. Просто нужно взять, повязать, получить удовольствие. И я уверена, что из этой пряжи у вас достаточно легко и быстро свяжется потрясающее изделие, мягкое, воздушное, и оно обязательно станет любимым. Цена данной пряжи 420 рублей за моточек. Приобрести ее можно, написав нам в директ. На сайте ее пока нет, но она обязательно там появится. Поэтому пока в Инстаграм. Infinity Tweed. Приятного знакомства.